помолимся. Господи, помилуй. О сыне мире, спаси недуж наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Всего мира, благостояние Святой Божией Церкви и соединение всех Господу помолимся. Господи, помилуй. Во святом храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь Господу помолимся. Господи, помилуй. Великом Господине, Отце нашим, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашего Высокопреосвященнейшей митрополите Павле, честней пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем приищей люди Господу помолимся. Господи, помилуй. О Боге, стране нашей власти и воинстве, я Господу помолимся. Господи, помилуй. Всяком граде, стране веры, живущим в ней, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благословении воздухов и изобилии плодов земных и времени, мирной, Господу помолимся. Господи, помилуй. Обрыщи путешествующих, недугущих, страждущих, плененных, и о спасении, и Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Преблагословенную и славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господа в животе моем, пою Богу моему, то, где же есть.
не надейтесь на князя, на сына человечества, ниже не спасения. Изыдите дух его, и возвратится в землю свою, в тот день погибнут за помышление его. Блажен ему же Бог и Агнель помощник его, уповани его на Господа Бога своего. Сотворшего небо и землю, молится я же в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу молчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет сердцы, Господь возводит незрежимые, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, силы в дому примет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, будто сегодня в роде. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Единородный Сын и Слове Божий, бессмертен Сын, и изволим и спасение нашего ради. Воплотитесь, Святые Богородицы и Преснодевы Марии, непреложного человечевича, распнися же Христе Боже, смерти слепо правы, единицы святые Троицы, прославляем и Отцу и Святому Духу, спаси. Паки миром Господу помолимся. Господи помилуй, Господи помилуй. Нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш Иисусу Богу предадим. Тебе, Господи. Приди, Господь,
приложение. Моли Христа Бога, спастися душом нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно, и на веки веков. Аминь. Звезду российскую, Киева, воссиявшую, и Святого Сирийский Христов достигшую, всю же страну сию, чем и чудесе озарившую, ублажим златословесного учителя Дмитрия, той бо всем же написая же к наставлению, да всех преобрежение даже Павел Христу и спасет правоверие души наша. Господу помолимся. Господи, помилуй. Это свят, если Боже наш, и Тебе славу воссылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси благочестивые. Господи, спаси благочестивые. Самое благое, прямо на себя учение, все самое горе.
послание святого апостола по почтении. Братие, таков нам подобавший архиерей, преподобен незлобив, бескренен, отлучен от грешниц и выше небес быв, иже неимоть по всякие нужды, яко же первосвященницы прежде о своих гресте жертвы приносите, потом же о людских, сиебо сотвори единою себе принес. Закон бо человеки поставляет первосвященники, имущие немощь, слово же клятвенное, еже по законе, Сына вовеки совершенно. Глава же о глаголе мы, такова имого первосвященника, иже сидя одесную Христова величестве на небесе, святым служителем искини истинней, и уже водруси Господь, а не человек. И Духове Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. При мудрости и язык его возглаголицу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благовестителя, святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Бог молитвами святого славного и всехвального апостола и евангелиста Иоанна Богослова да даст тебе глагол благовествующему силу новую во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем. И Духове Твоему. От Иоанна святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи. Господь ко пришедшим к нему иудеям, азъесть им дверь, мою аще кто в ней не спасется, и внидет, и зыдет, и пажит обрящее, так не приходит, разве да украдет, и убьет, и погубит, а с предлог да живот ему прилишимут, азъесть им пастырь добрый, пастырь добрый душу свою полагается овцы, а наемник и жене из пастыря, ему же не суть овцы своя, видит волка грядущий, не оставляет овцы, и бегает, и волк расхитит их, и распудит овцы, а наемник бежит, яко наемник есть, и не родит овца, а здесь им пастырь добрый, и знаю моя, и знают мя моя, яко же знает мя отец, я знаю отца, и душу мою полагается овцы, и ины овцы има, я же не суть от двора сего, и ты мне подобает привести, и глаз мой услышат, и будет единостадо,
един пастырь. Слава тебе, Господи, слава тебе, исповеди Господа. Сердцем все отсия души от всего помышления наше горце. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий, Отец наш, молимтесь и услыши, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй, Боже, по велицей милости Твоей, молимтесь и услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о великом Господине Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Павле, и все во Христе братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Да тихо безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищемуй вся братьев наших, священниц и священномонахи, и всем во Христе братстве наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных и создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших отец и братья, здесь лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи, молимся Господу и Спасителю нашему, поеже сохраните в единении православия Церковь православную во всем мире пребывающую, и даровать ей мир и безмятежие, и любовь, и согласие. Рцевси, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Врачу души телесу, умилением сердце сокрушением, Тебе припады мы стенящие вопием Ти, исцели болезни, врачуй страсти души телес рабов Твоих. Анны Натальи, Анатолия болящая, Александра, Борис, Анатолия, Евгения, Евгения, отрока Илии, Галины, Фатини, Нины, Людмилы. И прости им, яко Бога сердце, прегрешения вольные и невольные. Скоро воздвигни от добра болезни, молимтесь, услыши. И помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Скорби человеческие исправляй, Господи, презри милостина на рабы Твоя, Галины Аполлинарии, и прости им всякое прегрешение, вольное же невольное. Благослови благое намерение, советы их исходы и входы с путешествием исправи. Прилежно молимтесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Издри человека любче милостивым Твоим оком на рабы Твоя, Нина Николая Ильи, Твоему Боготробию веруй припадающие, и услышав моление их, благое намерение делай их. Благослови благополучно начать и спешно, кроме всякого препятия, славу Твою совершите, яко всесильному Царю молимтесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодаряще со страхом и трепетом, яко рабе непотребнее Твоему Богу утробию спаси, и, Владыка наш Господи, о Твоих благодеяниях,
Я же излияюсь изобильно на рабы Твоя припады, мы славословие Тебе, яко Богу. Приносим и увеленно вопием избави от всех бед рабы Твоя. И всегда, яко милостив, исполни во благих желаниях всех нас. Прилежно молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов. Рабов Божий, братьев, святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих, во святе мы всечестнем храме се, труждающихся, поющих и предстоящих людей, ожидающих от Тебе великие богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Аминь. Премудрость. Якобы под державой Твоею всегда храним и Тебе слава ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и небесно и во веки веков. Ой, но...
Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и святотроицкие Сергиевы лавры, священно архимандрита, да поминет Господь Бог во царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Священные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический монашеский чин, настоятеля братьев и прихожан святого храма сего, святые обители сия, зде поющих, чтущих, труждающихся, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Друг друга до единомыслия.
Господь не возлюбил.
меня есть кровь и моя нового завета. Я же за вы за ноги изливаемая во оставление грехов. Ой, верь, если Бог.
патриарха Московского, и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, священно архимандрита, и Божедаруй святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, слово Твои я истины. И Господи, Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Павла, митрополита Конфинансийского и Сурбутского, и Божий дар и святых Твоим церквам в мире, цело, честно, здраво, долгоденствующе, правоправяще, слово Твоя истины. Со всеми вами. И со Духом Твоим. Все святые помянувши паки, паки миром Господу молимся. Господи, помилуй. Благодати силы, несвященные, честные дары Господу помолимся. Господи, помилуй. Так подожил и грыз Бог наш, трехемнего святые преневели. Пресвятый свой жертвенник, по неблагоухание духовного, вознес после на божественную благодать и дар святого духа, помолимся. Господи, помилуй. Избавите земля посеки скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Совершенно сведомирно и безгрешно у Господа просим. Подавай, Господи! Сведомирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим. Подавай, Господи! Прощение оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим. Подавай, Господи! Добрый крепость на душам нашим и мир, мир ли у Господа просим. Подавай, Господи! Помощи время швада нашему мире, покаяние и скончанию у Господа просим. Подавай, Господи! Христианские кончины швада нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшнем судище Христовой просим. Подавай, Господи! Причастие Святого Духа и спроси сами себе друг друга. И живот наш Христу Богу предади. Тебе, Господи! Способи нас, Владыка, с одерзновением неосужденно свете призывать и Тебе, Небесного Бога Отца и главу Латим. Отче наш, Ты жизнь на небесе, да светится имя Твое, да приведет царствие Твое, да будет воля Твоя, на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лука. Благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Помилуй, Господи, помилуй.
и в сердце все. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава тебе, спаси. Святитель очи Дмитрий, моли Бога о нас. Святитель очи Дмитрий, моли Бога о нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем все. Святитель очи Дмитрия, моли Бога. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Православие ревнителю и раскола искоренителю. Российский церковничий, новый Богу молитвенничий, списание твоими моих уцеломудрил еси, древнице духовное Дмитрия блажение, моли Христа Бога, спаснися душа наша. Митрополита Ростовского, преподобного Данила Шушгарского, преподобного Иосифа Заникиевского, священномученика Ипатия, епископа Андрея Пресвитера, святителя Исаакия и Милетия, епископов Кипрских, мучеников Евсевия и Прииска, их же и память не светло совершаем, и же во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, града Златоустого, святых и праведных, Бога Отец и Акима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. И спасайте. Российскую власть.
за православные христиане. Господи, сохрани их на многое лето и славить земле спаса. Дорогие отцы, братья и сестры, позвольте всех поздравить с праздником памяти святителя Дмитрия Ростовского, который является покровителем нашего подворья мужского монастыря, будущей обители. Ему посвящен этот храм, эта обитель. И здесь его сегодня присутствует мощи, частица мощей. И он с нами присутствует и помогает нам совершать те великие тайны Божии, которые совершаются за Божественной литургией. Я всех сердечно благодарю за общие молитвы. Поздравляю с престольным праздником малую братью нашего подворья. Но, слава Богу, потихонечку мы обживаемся. Как видите, уже и территория меняется, и братский корпус завершен. И здесь уже братья пребывают, хоть в малом количестве, но пребывают постоянно и совершается здесь молитва. В скором будущем еще два брата подъедет сюда, готовится к переезду. Потихонечку будет укрепляться, возрастать. Я надеюсь, что по молитвам небесного покровителя, святителя Дмитрия Ростовского, великого светильника Божьего, Господь устроит здесь святую его обитель. Всем благодарю вас за общие молитвы, поздравляю с этим праздником. Дай Бог нам, чтобы милость и помощь Божия по молитвам и предстательству святителя Дмитрия Ростовского Господь не оставлял нас в нашем земном бытии. Храни вас всех, Господь, с праздником. Причастникам поздравляю с принятием престольных тайн. Возблагодарим Господа. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!